как правильно поздороваться или пригласить на деловую беседу. Разобраться в тонкостях местного этикета при ведении дел за границей – это серьезная проблема для тех, кому приходится ездить по разным странам. Имея в партнерах представителей зарубежных стран, вы обязаны знать и уважать их обычаи и этикет. Центр подготовки управленческих кадров в лице Института государственного муниципального управления Белгородского государственного университета и Центр языковой подготовки Интерлингва объединили свои усилия для того, чтобы рассказать, как правильно общаться со своими зарубежными партнерами. Например, знак «Окей» в странах западных означает то, что мы все привыкли понимать, а в странах арабского мира это означает смертельное оскорбление. А значит, и от таких, на первый взгляд, простых вещей будет зависеть не только успех в делах, а порой и ваша личная безопасность. Участники семинара – слушатели президентской программы, бизнесмены, менеджеры и управленцы. Им преподаватели школы иностранных языков Интерлингва раскрыли на семинаре самые важные секреты удачного общения в Германии, Нидерландах, Франции и Японии. Понять, что вы являетесь гостем в другой стране и должны вести себя соответственно, уважать культуры и традиции других народов и, прежде всего, достойно представлять свою страну за рубежом. А чтобы это сделать, необходимо изучать не только этикет, но и сам язык. И лучше не с помощью словаря и самоучителя, а с помощью квалифицированных преподавателей. И тогда для вашего бизнеса перестанут быть преградой даже государственные границы. Елена Витохина, Влад Плужник, телерадиокомпания «Мир Белогорья».